оплата по займам такая маленькая, совсем малышка. Отличные наличные, но очень маленькая переплата по займам. Сегодня на базе Кызылского аэропорта прошло торжественное мероприятие в честь формирования смешанной авиационной эскадрильи. В Кызыл из Екатеринбурга и из Новосибирска прибыли 4 транспортно-боевых вертолета Ми-8 «Терминатор» и 3 транспортных самолета Ан-26. Всех присутствующих с формированием эскадрильи поздравил генерал-лейтенант Александр Татаренко. Это будет ваше тесное взаимодействие с молодым поколением, которое подрастает здесь. Может быть, кто-то из них и проснется желание стать летчиком, и пойдет в летное училище, это тоже будет немаловажным фактором. Я хочу пожелать всем вам удачи в освоении нашего этого нового операционного направления. Всем вам хочу пожелать крепкого здоровья, удачи, и я думаю, что все у вас будет только хорошо и отлично. Со знаменательным событием военных 55-й отдельной мотострелковой бригады и военных летчиков поздравил и глава региона. Мы чувствуем свою сопричастность, дорогие наши военнослужащие, когда вы здесь пребываете, со всем дыханием нашей страны, мы гордимся тем, что наша армия стала еще более сильной, окрепшей, имеющей авторитет в народе. Как никогда сейчас сильным становится девиз «Народ и армия едины». Это так и есть, это правда. Поэтому, конечно же, хочется в самом начале нашей встречи сказать «Добро пожаловать на родину». Здесь мы всегда будем ощущать вас как родных, как близких, потому что вы будете являться кызыльской нашей эскадрильей. И, конечно же, мы будем полагаться во многих наших вопросах взаимодействия на то, что, как всегда, военные будут на страже, как всегда, военные будут поблизости. И в этом отношении мы будем горды. Летчики будут выполнять задачи по транспортировке военнослужащих мотострелковой бригады для выполнения учебно-боевых задач в труднодоступную горную местность. На вооружении эскадрильи стоят самолеты Ан-26 и вертолеты Ми-8 АМТШ-В. Значит, состав, личный состав и авиационная техника прибыли. Эскадрилья сформирована из подразделений как 32-го отдельного транспортного смешанного авиационного полка нашего, так и других частей и подразделений 14-й армии ВСПО. Задачи, которые будет выполнять эскадрилья, их очень много. Основные из них, первое, что это авиационное подразделение, это подготовка молодого летного состава, повышение уровня мастерства, подготовка к полетам в условиях горной местности, с посадкой на высокогорные площадки. Поисково-спасательное обеспечение запуска и посадки пилотируемых космических кораблей. Перевозка личного состава как Центрального округа, так и 14-й армии ВСПО. Кроме того, военная техника будет применяться в различных тактических учениях от ротного до бригадного звена. Основная техника вертолета представлена вертолетами Ми-8 АМТШ-В, которые были выпущены в 2015 году. Техника новая, усовершенствованная, предназначенная для полета в горной местности. Техника адаптирована полностью, она используется от минус 60 до плюс 60. Самолет какую задачу будет выполнять? Самолеты будут выполнять транспортные задачи по перевозке грузов и личного состава. Летный инженерный состав эскадрильи с сегодняшнего дня уже приступили к работе. Накопители энергии, созданные на новосибирском предприятии системы накопления энергии, совместно с учеными Новосибирского государственного технического университета, после завершения испытаний будут установлены на солнечных электростанциях энергетической компании «Хевел» в Туве, сообщает ТАСС. По информации пресс-службы учебного заведения, в тендере на поставку накопителей для «Хевел» опередили конкурентов из Германии, Франции и Китая. Стоимость накопителей не уточняется, однако их окупаемость в среднем будет составлять 3-4 года. Она зависит
от особенностей проекта, на котором применяются накопители. Они способны обеспечивать бесперебойное питание в случае аварии, а также повысить эффективность качества и надежность электроснабжения. Кроме того, накопитель ученых способен обеспечить потребителей электроэнергии во время пикового потребления. Всего в работе кластера может быть задействовано не менее 20 новосибирских предприятий. В результате в производстве накопителей будет использовано около 95% российских комплектующих. В республике создана региональная общественная организация «Феникс» по ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Консультативную и практическую поддержку при создании новой организации, деятельность которой будет способствовать снижению рецидивной преступности, оказал Департамент региональной безопасности администрации главы и аппарата правительства региона. К учреждению организации привлекли ветеранов службы исполнения наказания. Сообщается, что общественная организация «Феникс» займется благотворительной, социальной, нравственно-воспитательной работой с лицами, освободившимися из мест лишения свободы, и лицами, осужденных без изоляции от общества. Социальную поддержку получат и те, которые в силу своих физических и интеллектуальных способностей и иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы. В рамках ресоциализации их будут привлекать к добровольной культурной просветительской трудовой деятельности, связанной с их самореализацией, морально-нравственным перевоспитанием и материально-бытовым обеспечением. На территории Хакасии прошли ежегодные тренировочные сборы спасателей МЧС России по отработке беспарашютного десантирования с вертолета Ми-8. Цель занятий – подготовка к возможным спасательным операциям во время весенних сезонных рисков. Готовность к учению у спасателей стопроцентная. Несколько минут вертолет взлетает и зависает в 20 метрах над землей, и в это время спасатели спускаются. Без парашютов, контролируя скорость спуска только с помощью специального приспособления и собственных сил. Для такого нужна отличная физическая подготовка. Первыми свои навыки десантирования оттачивали спасатели из Тувы. В Хакасию из Тувы были направлены 10 спасателей, чтобы провести тренировку по беспарашютному спуску, поясняет начальник Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России РС Хиртек. В преддверии весеннего сезона отработка техники десантирования спасателей на местность для эвакуации людей, конечно, необходима. Такой способ эвакуации используется, если к пострадавшим нельзя приблизиться по земле во время паводков, лесных пожаров или, например, в тайге, если пострадал турист. Весна не за горами. Время обновлений. В магазине «Мебельный рай» большое поступление. Новая коллекция эксклюзивной мебели от бренда «Любимый дом». Вдохни в интерьер новую жизнь. Улица Магистральная, 26, торговый центр «Арбын» и Калинина, 25. Тотальная распродажа. Только 200 норковых шуб по цене 79 тысяч рублей. С 28 февраля по 10 марта. Сум, цокольный этаж. Праздник уже на носу, а цветы уже на витрине. Магазин «Калибри». Дарите любовь красиво. 8-913-340-40-90. В Туве госавтоинспекторы выявили факт перевозки делового леса без соответствующих документов. В минувшие дни во время патрулирования в селе Усть-Илегест инспекторами отдельной роты ДПС для проверки был остановлен КАМАЗ-5320, перевозивший древесину. Транспортным средством управлял 36-летний казалчанин. В ходе проверки сотрудники полиции установили, что соответствующих документов на использование лесов водитель не имеет. В тот же день около 5 часов утра в этом же селе задержали два КАМАЗа-водителей, которых также перевозили деловой лес, не имея при себе документов, разрешающих изготовление и перевозку древесины. Водители, 25-летний житель поселка Сукпак и 53-летний уроженец поселка Каахем, а также перевозимый груз, были доставлены в дежурную часть полиции с целью дальнейшего разбирательства. Данным гражданам грозит административная ответственность, нарушение правил использования лесов. Накануне состоялось торжественное подписание соглашений о реализации проектов между Министерством образования и науки Тувы и управлениями образования районов. В последний день зимы в конференц-зале Министерства образования и науки региона состоялось заседание проектного комитета по реализации национального проекта «Образование». Ключевым событием данного совещания является подписание соглашений между Министерством образования и науки и муниципальными органами управления образованием районов республики. Важность подписания соглашений также
также подтверждается тем, что на заседании присутствовали представители всех муниципальных образований, даже из самых отдаленных. Соглашения подписаны на период до 2024 года включительно. Третий фестиваль национального костюма и таланта «Моя Родина» пройдет в Москве с 1 по 3 марта. В финал вышли представители Москвы, Подмосковья, Башкортостана, Осетии, Чувашии, Карелии, Тувы, Новосибирской и Нижегородской области. Они сразятся за победу в конкурсах «Национальный этнографический костюм» и «Национальный сценический костюм» по номинациям «Вокал», «Хореография», «Инструментальный жанр», «Театр моды». В рамках фестиваля пройдут круглый стол по сохранению национального костюма и народного творчества, сообщили нацакценту в аркомитете фестиваля. Для участников проведут экскурсию во Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства. Завершится фестиваль гала-концертом и торжественным награждением лауреатов. Судя по ценникам на меховых выставках, в Кызыл пришла настоящая весна. Такси на шубы не дешевели на протяжении как минимум года. Если рассчитываться наличными или по карте, можно сэкономить 30%. Это действительно много. К примеру, шуба цвета пастель с длинными рукавами и капюшоном стоит без скидки 130 тысяч рублей, а со скидкой 90 тысяч. Вот почему некоторые покупательницы специально ждут, когда на улице станет теплее, и забирают желанную вещь. Чем дороже шуба, тем больше можно выгадать. Так что есть смысл присмотреться к элитной аукционной норке. В коллекции тоже есть такие изделия, в том числе больших размеров, вплоть до 68-го. Многие дамы с роскошными формами об этом не знают и упускают возможность приодеться. Цены упали на все. Зимой такая шуба стоила 170 тысяч рублей, а сейчас на целых 50 тысяч рублей дешевле. При том, что это качественный мех с плотной подшубью. В магазинах, да и на выставках такой попадается редко. А сейчас его продают по цене обычного. Одно из самых дорогих изделий, которое мы нашли, стоит чуть больше 200 тысяч рублей. Жемчужная норка в сочетании с воротником из куницы потеряла в цене 60 с лишним тысяч. Модные тенденции в мире меха не меняются с годами, так что все эти фасоны и цвета будут актуальны как минимум в ближайшие 3-4 года. Одеться в норку можно, даже если в кармане есть всего 35 тысяч рублей. За эти деньги продается красивая шубка «Автоледи». Но ощутимее всего потеряла в цене овчина. Изделия из нее и раньше были недорогими, а теперь 25 тысяч рублей и шуба ваша. Воспользоваться моментом, оттаившими ценами и сделать себе подарок к весеннему празднику можно на Кочетова 135 в Центре русской культуры с 4 по 6 марта включительно. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России – от Камчатки до Калининграда. Каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. «Отличные наличные» – больше займов – больше сумма. По республике переменная облачность, ночью без осадков. Днем местами небольшой снег. В Кызыле переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью от минус 21 до минус 23, днем от минус 5 до минус 7. Каждый новый займ больше предыдущего. И каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов, больше сумма.